Tax. Что такое? Да, это игра SNES. Сегодня будем полностью проходить. Так, у меня гейпад работает, нет? Так, стрим нормально идет, меня слышно? Даю тебе выбрать, на какой путь мы пойдем. Давай, заставь меня страдать. Будем без сохранений. Путь номер А, путь номер Б, путь номер В. Куда пойдем? Ладно, пошли, погнали в Америку. Да, Старли пытался обогнать других безумных гонщиков, но был схвачен головорезами. Мотли, помоги мне. Если Матли не поспешит, то они, безусловно, финишируют последними. Матли вздыхает и отправляется спасать до Стардали. Так, управление. Так, надо перенастроить управление. Блин, сейчас. Сейчас, быстро. Так, прыжок у нас... Отлично. Ай. А, какой кнопкой? Что ж такое? Надеюсь, я не запрусь. Господи, не люблю этот уровень.
Ауч. Может быть. Ай, блин. Так, плохо. А, блин. Ладно, виноват. Что ж такое? Тут боссы немножко бешеные. Ой-ой-ой. Да. Ой, все, сейчас начнется. Сейчас будем страдать. Ай-ай-ай-ай. Ауч. И вторая фаза. Ай-яй-яй. О, это мой любимый уровень. Игра, кстати, довольно красивая. Уровни прикольные. Музыка классная. Робота пёсили. По-моему, у меня ещё игра тормозит. Цветок сделал суицид. О, блин. Кажется. Ай, фу-фу.
Бомба то самое лучшее оружие. Хотя надо показать другое потом. Ах, так, минутку, мне надо идти, Вернулся. И босс файт. А сейчас мы дальше будем стоять. Ай! Уже начали. Ай, ты не что такое? Вторая фаза. Фу-фу-фу, упасть, упасть. Третий уровень. Тут еще каждый уровень разный абсолютно. С разной тематикой, с разными врагами. О, кстати, покажу это оружие. Я же профессионал в этой игре. Ай, фу, фу, вот они. Это было стыдно.
блин, мыши. Fight. Ай. Это было быстро. Ладно. Не важно. Вон у нас есть аптечка. Первый раз облажался.
уровень прерий. Ничего подобного. Тут очень хорошо можно упасть. Ай. Ай. Вторая фаза. Ой. Что такое? Ай. Я лажаю. Что такое? Это уже серьезно, босс? Ну, я в первую на Game Boy Color проходил. Хорошая игра, кстати. Ну и что, тебя тоже поймали? Чёрт! Из-за тебя мы снова финишировали последними. Хи-хи-хи-хи-хи. Прекрати этот раздражающий смех. Одна пройдена. Куда дальше? А, Б. Европа, Африка. Что там? Или Евразия. И Австралия. Давай, выбирай, куда пойдем. Б. Ладно, погнали в Австралию. Машина до Старли внезапно сломалась. Проклятие, двигатель сломался. Мат ленивый, найди мне новый. Мат что-то бурчит и отправляется на поиски двигателя. Thank you.
Австралийские кролики кенгуру. А, фу, оставь меня. Тоже один из моих любимых уровней. Тут бешеные киты, которые не дохнут. О. Люблю этих воронок. А шо ж такое? Вот это очень хорошо. Легко можно упасть. Ух, понесло. Вот это очень бешеный босс. О, очень скоростной. На второй фазе. Вторая фаза. О, пошла скорость. Игры закончились. Водный уровень. Thank you.
неплохо. Запорю свою лечилку. Ладно. Опс. Как позорно. Китай. А, не люблю здоровье. Конфеты и тараканы. Не будем быть. Ай, а, нет, моя лечилка.
Знаете ли это? Ненавижу мух. Ох. Сейчас будет... Ай, не надо. А, нет, фу. Хватит, хватит, хватит. Так, все очень плохо. Я без нормального оружия на этом боссе. Yeah, первая фаза есть. Сейчас мы все 18 жизней потратим. Поэтому я не люблю этот уровень. Да хватит прыгать. Фух. Эй, я сказал найти двигатель. Что нам теперь делать с этой парусной лодкой? Хи-хи-хи. Нет времени на твой глупый смех. Мы все еще на последнем месте. Ну и последний уровень. Последние три уровня. Во время погони за почтовым голубем самолет Дастарли терпит крушение. Матли лечит и спешит ему на помощь. Спокойствие, спокойствие. Ага.
Ха-ха, в обход. Блин. Секреты. Берем кошек все. Этот босс тоже сложноватый. Хватит, хватит. Ох. Ай. Так, плохо. И мы идем в Египет. Это что, трубы с нефтью?
А, так. Ай. Фу. Ага. А, нет. Ох, ладно, не важно. А, что ж такое, чё это рука жопта? И босяра. Фаза. А, фу. Ай. И у нас Южная Америка. Смотри, какой слоник. Наверное.
Ай-ай-ай. Да, блин. Все-таки собрал. Будем считать индийским храмом. Забыл, как поворачиваться. А, вот так. Матли спас Дастардли только, чтобы он на него наорал. Матли, поймай эту птицу, иначе останешься без обеда. Ай, я всегда делаю всю грязную работу. И мы прошли игру. Это было слишком легко.